А если приветствовать и продолжают велоэкскурсии, велотур по Винице. Это боксерский зал здесь у стадиона Локомотив. После футбола 0-1 Нива уступила Чайке. Отправляюсь на Вишенское озеро, одевая перчатки. Да, надо перчатки. Так что опять поразка, опять неприятно. Так, что-то я неплотно затянул, блин, зараза. Ладно, не хочу тоже. Плотно, неплотно. Неохота. Чуть-чуть замерз уже, честно говоря. Так что всем. Ага. Приятного просмотра. Горишка с любовью и душой мистер Гиннесса, как завжди. Наверное, будет шататься камера, но я уже не хочу тут исправлять что-то. Поправлять буду максимально спокойно и тихо. Шапку уже я одел, кепку я так и думал зря. Не надо было брать. Вот рюкзак, сейчас ее мять. Белая, фирменная. Уступила Нива, но невозможно так, да, тоже. Как это футболистам, тренерам переживать, которые работают, переживают ли они вообще это. Интересно тоже думать. Так, теперь хотел порыбачить еще, но я не знаю, если будет холодно. Побыть на Вишенском озере — это уже приятно. Закинуть удочку вдвойне. Давайте, наверное, заеду. Это машин многовато сзади. Спереди. Приятно. Пахнет чаем, кофе. Девчата, покачи. Автобус не успел снять, он небольшого размера был. Как, увидят, не увидят. По всей дороге. Раз сосредоточились. Так, велоэкскурсия получается продолжительная. Я не знаю, когда все появится. Уже хочу домой. Честно говоря, и покушал бы, ну ладно, хочу. Удочки же взял, с ней на стадионе, наживку, тесто, манка, как обычно. Все с собой, все свое ношу с собой, даже кепка, перчатки. Молится девушка так, я прям подумал, что и как. Ну, глядя на церковь, остановилась. Активно. Шептала. Так, дорога длительная. Я не знаю. Так, сейчас покрутим педальки. Занимаемся чуть. Таких велодорожек классных не везде, поэтому где-то придется попрыгать. Зрители были, вот приятно, что и лайков, и матросы. Кати. Лайков 6, просмотров 100, как на хоккее, но это неофициальная моя передача. Мне интересно на футбол приехать посмотреть. И заодно поделюсь своим настроением. Сам пересматриваю своей трансляцией. Зачем? Чья-то. Интересно свою смотреть. Ну, чужую чуть-чуть. Мое настроение, мои зрители, которые чекают, ждут. Теперь будем ждать Берсерки. Так, здесь я заеду. Кременчук, классная команда приедет. 10-0, не 10-0, все равно поддержим харьковские Берсерки. Ого, сколько стиральных машин, блин, стоит новых. У кого-то никогда в жизни не было и не будет стиральная машина, а в магазине есть сколько стоит много. 30-40 штук.
хоть бы одну дали, кому кто нуждается. Вообще, тихо. Класс, такое ретро платье. Красота и прическа, была такая дама, ну как показать, я тут вывернуть уже не могу, она далеко. Красавица такая. Как из 30-х годов, наверное, даже 20-х. Такое ретро красиво. Это зрители были, да. Мне нравится все равно поделиться. Интернет есть, пока нет, ничего работает. Поделиться интересно. Мой зритель, общение живое, правда, общение как раз и интернет получается, но мне пишут, я говорю, уже интересно, такие дамы спортивные. Так, сейчас обгоним это. Переговорщик. Так, я все взял, потому что удочка. Штатив, интервью еще так, интервью там такое. Старались, бежали, могли, не смогли или смогли. И все понятно, на минуту хватит. Так, на тренера посмотреть просто. Интересно. Так, а тут придется попрыгать. Боже, сколько машин. Ух, драконы здесь, смотрите, гондолы. А, гондолы, гондолы. С этой стороны прыгать надо. Много машин. Вообще в городе, не только здесь. Гондолист, гондолы. Вчера вышло видео, там сэр Эскер. Такую ссылку сделал, что смотреть было страшно. И байдарки, и гондолы. Прикольно. Батарея, представляете, села, ну, телефонная была, заряжена на 100, а холодно, ветер, тоже влияет на батарею. Курит, курит, видели, курит, электронные, вредные, опасные сигареты, взрываются, наносят вред. Так, надо посигналить будет, ребята. Ага. Хорошо. Девчонки курят. Зачем? Для чего? Для снятия стресса. Опа. Блин, тут зеленый. Ну ладно. Я уже по своей дорожке. Все, холода, вы хотели, чтобы жары достаточно, шапка, перчатки, и погнали. Так, думал я посетить сегодня, и готовил себя также морально, даже если уступят, не расстраиваться. Но все равно родная команда, готов, не готов, когда уступают, неприятно. Так. Тут надо помаслать. Когда все это буду закидывать? Не знаю. Много видеотуров, велоэкскурсий. Так, здесь пешком. О. Сложновато. Сложновато.
Сейчас еще подумаю, на озеро ехать, не ехать. Чуть-чуть. Посмотреть хотя бы, прогуляться. Кто-то может из рыбаков будет есть. Так, попробую поехать. Машин очень много. Очень, смотрите, все дороги в машинах. Это объезд еще центр. Представляешь, там в центре. Вот футболисты, вот Нива. Не играют пацаны в футбол. Во дворе стадион убрали под стоянку. Вот так парень в центре тут мяч подкидывает. А всегда играли. И футболисты рождались, тренировались, появлялись во дворах. А потом приходили в секцию, выигрывали, тренировались, создавались команды, ЖЭКи. А сейчас двор перелопатили, то хотя бы поле оставили, какую-то часть маленькую. Пару горок оставили. Ну, горки для маленьких, а для постарше. В общем, тоже так не нравится мне. А мы бегали в футбол сюда. Находили мяч. Шум, гам, гол, ура. Забили. Двор на двор. Игроки были 3 на 3, 5 на 5 даже. Вот отсюда футболистов тоже становится меньше. Не все играли. Кто-то курил за углом, кто-то пил, кто-то другим спортом занимался. Потому что было видно сразу и понятно, что если не пошел в футбол, то он не приходил. Но ему не хотелось. Он видел, что он хуже играет. Пас не получается, удар видно сразу. Другой спорт, шашки находил там, занятия себе. Или гребля, или баскетбол.